Всем привет! Мама Романа Костомарова сделала заявление после новостей об ампутации кистей руку сына. В СМИ то и дело появляются новые сведения, которыми делятся источники в медицинских кругах, а родственники фигуриста дают лишь скупую информацию. Источник в медицинских кругах буквально в понедельник 13 февраля поделился сообщениями о том, что у Романа Костомарова ампутировали кисти рук. Следом появилась другая информация, что у олимпийского чемпиона ампутировали некоторые пальцы на обеих руках. При этом телеграм-канал Мэш заверял, что медикам удалось сохранить кисти пациенту во время операции. Напомним, что из-за сепсиса и гангрены спортсмен уже лишился стоп. На связь с журналистами вышла мама 46-летнего олимпийского чемпиона Валентина Николаевна, пролила свет на происходящее с фигуристом, заявив, что сейчас про ее сына пишут многое. Однако далеко не вся информация является достоверной. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время. Кратко ответила мама Романа Костомарова, так и не уточнив, какую именно операцию провели ее сыну. По ампутации пальцев или кистей. Остается только ждать официального подтверждения от родственников олимпийского чемпиона. Ранее сообщалось, что фигурист сам согласился на ампутацию, которая была продиктована соображениями о спасении жизни. Об этом пишет информационный новостной портал StarHit.